Межрайонный турнир по волейболу «Кубок освобождения» состоялся в городе Михайлове 8 декабря 2018 года. Женские и мужские команды боролись за первенство на спортивных площадках города в Михайловской первой школе и «Метеоре». Самого большого кубка удостоилась женская команда города Скопина. За ними Михайловский район, а на третьем месте Скопинский район. Среди мужских команд лидировали «Серебряные пруды», на втором месте «Пронск», на третьем «Михайлов», Владислав Окороков и Евгений Быстраков. Специально для «Михайлов ТВ».